какие вы шумные, а, сегодня? Собрались ни свет, ни заря, значит, да? И галдите здесь, а? Чего расшумелись? Опа! А это что за прелесть такая? Вот это сундучок! А, кажись, ярмарка приехала! Ну, все понятно! Так, ну, слушайте, такую красоту-то нельзя здесь просто так оставлять, да? Так, надо как-то ее подспрятать. Ярмарка! Ярмарка приехала, друзья! Встречайте! На сундук не обращайте внимания. Это мое уже. Друзья, ну что ж вы молчите? Ну посмотрите, прелесть какая! Блин, заулы. Ой, молодцы! Ай, прелесть! Чернушка здесь, нет! Ой, не слыхать ничего, давайте все дружнее. Еще разочек, вы здесь. Вот, другое дело совсем. Молодцы, молодцы, чернушане.
какая! Ну чего, вроде все ушли, да? Эх, хороша штукенция! О, тяжело только, зараза, а? Вот бы открыть посмотреть, а чего там? А вдруг там сокровища какие-нибудь, а? Драгоценности, еще чего? А если там страшное чего? Ай, была не была, открой да посмотрю! Замок? Не, тут молоток, похоже, нужен. А глядишь, и кувалда. Иван, дурачок, сундук старый приволок. Видно, хочет на ярмарке подорого продать. Только его никто не хочет даже даром брать. А вы что приперлись? А ну, кыш отсюда! Кыш отсюда, кому сказано? Так ты, Иван, этот сундук не откроешь. Тебе же помощь нужна. А мы знаем, кто сможет открыть этот сундук. Без вас справлюсь. Давайте, шуруйте отсюда. Ну ладно. Коли знаете, кто может открыть, давайте. Откройте 10% ваши. 70 на твоих будет в самый раз. Конечно, какие шустрые нашлись. Без вас справлюсь, все. Ну хорошо, хорошо, договорились. 70 так 70. Итак, чтобы открыть этот сундук, нам нужны сильные, ловкие, смелые. Те, кто не боится червяков, пауков и всяких разных жуков, просим к нам. Ну что, есть у нас здесь сильные, смелые, ловкие? Есть такие? Кто поможет нам сундук открыть, а? Ну? Так, сильные, так. Да? Смелые? Так, идите-ка сюда. Червяков не боитесь? Точно? Ну-ка идите сюда, оба-два. Итак, смотрите, дело особой важности. Нужно сундук открыть, понятно? Как зовут? Вика, хорошо, тебя как зовут? Артем. Так, в общем, ой, что это вы такое тут придумали? А тут у нас ключи спрятаны. Нужно нужный ключ найти. В каждой баночке по ключу, да? Ого, да. Интересно. Так, а сейчас с той стороны заглянуть. Ого, чего здесь только и нету, слушайте-ка. Да? Так, ну давайте чуть пониже, потому что у нас Артемушка немножко... Так, а ты отойди, пока не подглядывай. Пониже, да? Так, давай, вот в эти две баночки тогда ручку суй, да? Так. Рукав только закатай, хорошо? Закатай рукавчик-то. Рукавчик-то закатай, ну. Да. Аплодисменты, друзья, аплодисменты. Сейчас Тёмочка будет ключик искать. Давай, засовывай ручку. Давай, не бойся, не бойся. Пониже чуть-чуть опустите, девчонки. Пониже, ну чё там? Пониже. Так, надо ключик там найти. Чё там происходит? Ого! Нашёл? Ну-ка. Давай. А он там есть. Нашел? Друзья, аплодисменты где ваши? Ну, поддержите Тему! Давай, давай! Ну ты чего ты там, а? Так, не подглядывай! Кисель намесил, ну! Оп, оп, Чернушка, не слышно вас! Так... Герои же нашлись! А в этой баночке есть ключ! А в этой баночке что у нас есть? Ну-ка, смотри-ка! Нашел? Опа! Нашел ключик! И червяков-то правда! Прямо за парышей достал! Ого-го! Так, давай, держи свой ключик! Так, так давай, а у нас ты... там где-то есть? Подожди, так. Давай еще ключик достанем, вдруг это не тот! Давайте, так! Полезли, ключик ищем! Нашла ключик? О, червяки-то противные, да? Так, а у Тёмы?
А у Тёмы все случилось! Ай, молодец, какой Артемий! Давай нам ключик, давай нам замочек. Вот, молодец, девчонки, мальчишки, держите. По салфеточке ручки вытирайте. А призы получите! Друзья, ну где же ваши овации? Артемка, наш спаситель! Победителю мы вручаем! Вот такой замечательный приз! Укутаешься этим пледом, и тебе никогда не будет холодно. Ну и тебе, конечно, подружные аплодисменты, призы. Ну что, Ваня, открывай сундук, что там у тебя спрятано? Ох, аж руки зачесались. Чего ж тут у нас есть-то? Ой, а крышка-то тяжеленно шерпа. Алло, оп! Чего это выперлась-то? А сокровища-то мои где? Где деньги? Какая наглость! Да вы хоть знаете, кто я? Не, если б ты был Филиппом Киркором, тебя все узнали, а так-то мы ведь не сообразим. Я Марена, дочь великих богов Сварога и Лады, сестра живые лили, владычица ночи и повелительница вечной жизни. Меня боятся и просят о милости. Понятно? Вот. А кто это у нас тут собрался? Что, праздник отмечаете? Весну ждете? У меня для вас плохие новости. Весны не будет! Попробуйте ее найти теперь. Это что? Это как? Это из-за меня, что ли? Из-за тебя. Ой. Конечно. Ой, что я натворил-то, а? Слушайте, весну-то нужно как-то возвращать. А что ж теперь делать-то? Ох, и дурак ты, Иван, а. Ну, кто тебя просил трогать этот сундук? Кто здесь? Да здесь. Господи, а? Ну, что вы, тетя Тома, как можно-то, а? Что ты натворил? Кто тебя просил открывать этот сундук? Это разве... Это вон эти, он... А мы ничего. Пеньковая башка, и вы тоже дуры. Ну что делать-то теперь, а? Да кто ж его знает? Честная, нешуточная, весны не будет. Что будем делать, люди честные? Я вот знаю один способ, но он очень сложный. Не знаю, справится ли этот... А что это вы за меня решаете-то, а? А что за способ-то? Ох, чтобы вернуть и отыскать весну, нужно пройти 7 кругов ада. Ну, в смысле испытаний. Да-да-да, все 7 дней масленицы и все 7 дней испытаний. Тогда весна красна вернется к нам назад. Вот так. Сможешь? Как-то сложно все. А вы поможете этому Ивану? Не слышу, да или да? Ну все. Все, готовы мы к испытаниям. Давай, что делать нужно? Да погоди ты. Сначала надо брюхо блинами набить. Да. А потом уж к испытаниям переходить. Пойдем-ка я тебя накормлю, попочью. Мне это нравится. А потом приступим к работе. Проходите его деревья красные, проходите его деревья.
Значит, слушай меня внимательно. Так. Начинаются твои испытания. Ну и наших чернушат тоже. Как известно, масленица начинается с понедельника и вторника. Да вот первый день у нас какой, понял? Там... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, первый день у нас какой? Не слышу, как он называется! Что? Да встреча он называется! Ну-ка, что делать-то нужно, встречу-то? Ну что делать, масленицу встречать, наряжать? Делать чучело масленицы, проходить ее. Да. Ну, кажись, понял. Масленку надо сделать такой щедрой, доброй, да, обжористой. А? Ага, понял, да? Конечно. После блинов-то как не понять-то обжористой-то? А вот для этого я модниц приглашаю. Да, в самых ярких и праздничных нарядах. Ну, Скоморошенко моя, Светланка, где? Светка Скоморошенко, где ты? О, опять где-то бегает. Ну, девки, помогите. Сейчас, сейчас, подожди. Мне нужны модницы, у нас модницы есть. Да модниц-то полно, стесняются, видимо. Какие-то все молодые, все остальные, видимо, у нас не модные совсем, да? О, один у нас модник есть. Вы знаете, какая у него шапка-то красивая. Да еще две модницы нашлись. Боже мой. Нашлись, нашлись. О, ну, масленица у нас наряжена уже, разнаряжена, а скоморошники что-то у нас бледные. Я сейчас буду самая красивая. Нет, я буду самая красивая. Значит, тебя как зовут? Иди сюда. Алешенька, а тебя как звать? Вика. Викуся и... Ева. И Викуся, и Ева. Значит, у нас Вика и Ева в одной команде. Аплодисменты! А Алешенька вот эту большую наряжает. Ага. Значит, из сундука достаем, и кто быстрее все тряпье на наших дев-то навесит, примерит, да наденет. Да чтобы сильно было все, красиво. А мы будем подбадривать наших девчонок и парня. Алешка, ты где? Вот, вставай сюда. Итак, по моей команде, на старт. Начали! Давайте, девчонки, чтоб я самая красивая масленица была. Где ваши аплодисменты? А? Давай, парточек. Вот. Вот сейчас от них к празднику будут готовы. Красота. Как чучелы. Вот, что-то новое, смотри, фартук на шее. Это, наверное, для того, чтобы блины трескать в обе щечки, а? О! Ой, а что? Вот пугало огородное получилось, а? Чё, тихо как-то, вам совсем не нравится, что ли? А? А где ваши эгэгэй? А меня-то уже нарядили! Ого! Красота! Ой, слушай, какая-то бусурманская невеста у нас получилась, а не масленица. Ну, покажись. Точно бусурманская. Аплодисменты. А вот это красота-то, красота. На заглядение. Ну, все, вот так и ходи сегодня весь праздник. Ну, ладно, ладно. Давайте скидывайте свою одежку. Может, подарочки дадим какие, а, девчонки? Конечно, девчонки так старались. Ну, кстати. И мужчина старался. Ой, Ванечка, давай подарочки мы с тобой принесем. Где у нас подарочки? Ой. Для девочек. Девчонки, да настоящие модницы. Следуют современным тенденциям моды. Да-да. Ну что, Алешенька, это тебе подарочек. Держи. А это вам, девчонки, и аплодисменты. Ну что? Ну что, давайте еще раз поаплодируем. Попались фотографироваться. Ну, фотографируйте нас в компании, быстрее. А, вот на свой гаджет. Селфи. Вот гаджет, да. Чу. А где ваши аплодисменты? Второй. Целуются, обнимаются в этот день. С девками шуры-муры крутят. А, какой день? Парни с девками крутят шуры-муры. Ну, как второй день называется, масленицы? Молодцы, заигрыш! Да. От этого, значит, нам надо позаигрывать. Ну, помогай мне. Смотри. Парни,
поддержи ему жигов! Представьте, что между вами протекает широкая река под названием Чернушка. Нет, Ока. По одну сторону, значит, девки, по другой сторону парни. Парни увидали девку, машут им рукой. Помашите ручкой, не, шире машите. Так, скромно машут. А девчонки увидали, да поцелуйчики воздушные шлют. Вот так. Улыбаются. А значит, тут парни набрались смелости, да как крикнут, да так, чтобы на другом берегу было слышно, ручки рупором сложив. Девки! А, девки! Три, четыре, не! Девки! Молодцы! Молодцы! А девки так по-нашему отвечают. Чего? Чего? А, парни говорят, на масленицу гулять пойдете, а? Гулять, а девки отвечают, а зачем? А зачем? А тут парни подбоченились, грудь колесом, да-да. И говорят, а мы там будем. Смотри, только чтобы живот по спинов-то не выпирал. Грудь колесом, а с грудь, да. А мы там будем, отличные. А мы там будем. А девки отвечают, сейчас только валенки наденем. Значит, надели девки валенки, мужики подпоясались, да пошли танцевать барню. Ну что, с мужиков мы начинаем. Не аплодисменты, веселее, друзья, хлопы! Опа! Берите девочек за руки, девочки, подходите к мальчикам. Парни, бери за руку, иди сюда. Девчонки, вы парень свободный. Вот так. А сейчас девочка у нас пробегает, да парни себе выбирают. Выбирает себе пару. Мальчика себе выбирай, красивого! Тут все парни вон какие, сильные, смелые, красивые! Ну что, поняли, ребятки, как у нас бабушки да девушки развлекались? Поняли?
хорошего, молодого, нескупого, милого, пригожего. Нагадала, не сказала, где искать и как зовут. Намекнула, что цветочки в его имени живут. Ой, Вася, Василек, ой, колокольчик, ой, керакерки, машалок, пушалочек. Ой, Вася, Василек, ой, колокольчик, ой, керакерки, машалок, пушалочек. В небе солнышко горело, в поле выросла трава. Жениха найти хотела, не искала, как могла. Обрывала все цветочки у дороги по пути и плела, плела веночки, три татушки, три тати. Ой, Вася, Василёк, ой, колокольчик, ой, керакерки, машалок, пушалочек. Ой, Вася, Василёк, ой, колокольчик, ой, керакерки, машалок, пушалочек. Среда и четверг. В среду у нас что делают? А? Лакомиться. Поэтому день этот называется Лакомка. Вот с него и начнем. Значит, следующее у нас испытание для тех, кто у нас любит блиночки. Да, до самых-самых-самых. Посмотри, кто у нас блинов нынче поел? Кто кушал блиночки? Леша кушал блиночки. Ты кушал блиночки. Смотри, даже курточка не застегивается. Иди сюда. Курточка не застегивается. Иди сюда. Ну что, девки, все очень просто. Значит, подкидываем блин, да так, чтобы не уронить. Три раза. А мы поддержим. Тебя как зовут? Карина. Карина. А ты кто? Егор. А, Егор. Я думала, девочка тоже. Но нет, смотри, не похож на девку. Егорка и Карина! Поддерживать-то будем, нет? Поехали! Вы еще подкидывайте! Оп! А, у нас как свернулся. А надо так, что он развернулся. Да! Я смотрю, комом, блин, это вот! Первую нас уронила Карина. Аплодисменты. Ну что, Каринка, не судьба. Это твой подарок. А это, Егоров, твой подарок. Аплодисменты. Ой, молодцы, а. А следующий пост среды у нас какой день? Алло? Четверг. Ой, какой это день, Ивашка. Мужики морды друг другу бьют, стенка на стенку бьют, стенки с гор катаются. Ого! Да, рубать потом мужикам чинят, да носы им лечат. Ай, хороший денек, смотрю, да, четвертый? Да, да, это время для широкого разгула, для игрищ. У нас есть вот такие разгульные-то парни? Там, по-моему, у нас два приготовленных было, да? Есть. Ну-ка, выходите сюда, этих двух. Ловкие, быстрые, сильные, умелые. Ну, как тебя зовут? Диньяр. Диньяр. Егор. Егор. Ну что, Егорка и Диньяр, вас сейчас веревка свяжут. Да-да. Спинки ваши веревка свяжут. Идите сюда. Спинки.
Федерат уже волнуется, но долг сейчас мучить будет. Значит, призы установите подальше. Сюда, сюда, на землю встать. На землю встать. Сюда. Значит, кто у нас кого перетянет? Пацаны, идите сюда, поближе. Где ваши овации, где аплодисменты? Раз, два, три, начали! Далеко не убегать столько! Давай, 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 Егорка, Егорка, давай! Егор, за коробкой! Куда плешь? Коробку бери, коробку бери, Егор! Вот! Ай, молодец, почти не взял еще! Еще! Вкусный шоколад! Вот какие обжористые ребята! Он взял морозы! Взял коробку! Ну что, аплодисменты пацанам! На, тебе подарок утешительный! Аплодисменты! Ой, молодцы, мужики! Сильны! Ну вот, вроде как еще два испытания прошли! Да, прошли! Справились? Да! Четыре традиции соблюли, осталось еще три соблюсти. А пока немножко передохнем, да блиночек поедим. О, ну, девочки, я вас радость. Тоже угощаю. Поехали! Спасибо, спасибо, добрая тетя Тома. Общий дом в деревне, где качала мать меня. От родимого крылечка убежала в город я. Все я грезила, мечтала посмотреть на белый свет. Но вернулась вновь в деревню, мне милее места нет. Вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, и грустит заброшенный чей-то домик старенький. По извилистым дорожкам вдаль вела меня мечта. В городских кварталах шумных все искала счастье я. Позабыла я парнишку, что в соседнем доме жил. Под застенчивой рябиной он руки моей просил. Вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, и грустит заброшенный чей-то домик старенький. Здесь встречают, веселятся от души. Ко двору коль не пришелся, на деревню не грешил. Через сотню лет в деревню мне вернуться хоть на миг. Под окном обнять рябину, петухов послушать крик. Вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, и пустит заброшенный чей-то домик старенький. Вот она деревня, семечки да лавочки, да гармошка русская, золотые планочки. Вот она деревня, песни на заваленке, и пустит заброшенный чей-то домик старенький. Thank you.
и зиму погоня. Пришла она, масленица, принесла прямые маслица. Пришла она, масленица, принесла прямые маслица. Пришла она, масленица, принесла прямые маслица. Белый снег, белый снег засыпал город, молоко зальет степи. Выходи, выходи скорей, кто молод, маму снежную лепи. Снег, снег, белый серебристый снег, снег, чистый, пушистый, падай, падай, землю радуй, наши города и села, города и села. Серьезное дело делаю. Весну ищем, спасаем, значит, следующий у нас день. Какой вы говорили там? Тещины вечерки. О, точно, пятый день, тещины вечерки. Ванька-то где у нас? А, здесь я? Ванька. Че? Че? Тещины вечерки. Ой. Пятое испытание. Пройти сможем? Да что не сможем-то? Сможем. Тещи-то они ведь самые у нас дорогие. Слушай, не надо так о тещах. Вот у нас в Чернушке тещи, знаешь, какие. Ой, да знаете чего? Вот они бы поменьше журили бы на зятьев-то, да? Да побольше бы почивали бы вкусненько, всяко, сладостно, да? Тогда в цене им и не было. Ой, нашелся тоже. Почивать вот это, прикармливать. Наш тещи вообще... Самый душевный народ! Тещи! Душевные вы у нас, да? Да, вот душевные тещи. А душа-то у них, смотри, какая большая, а? Душа у нас вот здесь. Сейчас девки самую душевную выберут. Девки! Девки, выбирайте самых душевных тещ! Раз, душевная теща! А? Здравствуйте. Два душевная теща. Три. Чего такая-то совсем не душевная? Ну-ка, обруч мне дай проверить. Вот это душа, так душа. Тут тоже душа есть. А тут что, господи? Что это? Куда там душа вмещается? Это тоже худоба. О, тут вот понятно. О, ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Значит, девочки, нужно будет так пройтись перед зятьями своими. Так, чтобы они попадали сами, да сами в штабеля укладывались. Ага.
Конечно, красиво, это так хорошо пройти. Девки там шалки есть, нет? С выхода из-за печки. Встаем туда. Значит, дефиле от тещи. Аплодисменты просим. Дефиле с шалью. По очереди. И первая у нас выходит очаровательная теща по имени... Надежда. Надежда. Вот какая теща, кстати, душевная. Опа, 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 опа. Кружочка писала, следующую передала. Так, поехали. Вторая теща пошла. Наташа. Ой, молода, хороша. Чем мне кажется, привирает она. Насколько я знаю, у нее два сына. Никакая она не теща. А дважды свекровь скоро будет. Но тоже душевная бабетка. Третья. Елена. Елена, Леночка. О, вот какая теща у нас, а? Елена прекрасная у нас. Елена прекрасная, слушай, стройная. Следующая. И еще одна Лена. Аплодируем, друзья! Громче! Ну что, все тещи у нас выступили, а? О! Теща! Надежда! Надежда! Самая душевная теща нашего города! Аплодисменты! Одежонку, уходите сюда, давайте похлопаем в ладоши. Мне кажется, все тещи у нас красавицы. Согласны? И все достойны получить подарки. Согласны? Тещеньки, милые, выходите сюда поближе. Девоньки, мы вам сейчас такое приспособление дадим. Ой, зятья ваши будут в восторге. Это значит, мух отгонять от зятьев. Специальные мухобойки, электрические, с ручным приводом. Да-да, чтобы ваш зять сладко после ужина-то почивал. Аплодисменты! Видишь, какие? Пусть, говорит, зять боится. Да муха-то отгонять, мух на зять не подействует. Аплодисменты нашим тещам! Спасибо, девочки! Ну что, теща у нас есть. Пятый день мы с тобой прошли. Испытание по всем положенным традициям. Да. Испытали. Ну, у нас шестой день. Какой он там называется, а? Девки, шестой день-то как называется? Заловки для посиделки. Слыхали? Заловки на посиделки. А кто такие заловки-то? Ой, заловки, я тебе скажу. Заловки-то, змеиные головки. Ты чё? Да, так в народе говорят. Ой, баб такие зловредные. Мужнины сестры. Но... А что, с ними блины надо есть, что ли? Надо. О! Ну, наверняка есть какие-то положительные тут, конечно, заловки, но вряд ли. Есть у нас хорошие заловки-то в городе, нет? Вот одна есть, говорит, одна есть, выходи сюда. Одна, говорит, есть, выходи сюда. Чего же нету? Вот есть на же, весь город только одно. Там говорят, что подошли заловки-то. Готовы заловки. Уже две готовы заловки. Ну давай третья сюда, иди тоже. Где она у меня там? Аплодисменты! Здравствуйте! Здравствуйте. Ну что, заловки, докажите, что вы добрый народ, щедрый. Значит, вам сейчас по лоточку дадут. Лоточки, девочки, тащите сюда с блинами. А вы должны будете по как можно быстрее угостить всех горожан блинами. Вы, да. А вы будете помогать. Да. О, смотрите. Это большой лоток. Подожди. Вот это вам. Давайте. Чтобы у всех в равном количестве было. Не-не-не, девочки, нет. По 10 штук. Это вам лоток. Вот полностью этот лоток вам. И ваши коробейниковские лоты тащите сюда. Оп.
чтобы у всех было 10 контейнеров, равное количество блинов. По моей команде начинайте угощать блинами. Как только коробочки опустошите, мажет не оттуда руками. О! Вот так. Ну что, девушки, спуститься сможете? Ванюшка, давай, помогай. А мы все поддержим наших заловок. Заловки, как выполните задание, бегом сюда. Зацвела опять бордюр на миссию. Не запомнился надолго этот день. Застучало сердце, не уснуть всю ночь. О любви своей гоню я думы прочь. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. Встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Застучал весенний дождь в мое окно. Ведь с тобой одним я встречи жду давно. Нет покоя мне от радостной любви. В сотрение сегодня ты приходи. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. Я снова кругом, ох, голова. Когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Тропки все уже намокли от дождя. И опять хочу увидеть я тебя. Вечер наступает, и я в сад бегу. О любви своей при встрече я все скажу. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. И снова к рукам, ох, голова. Когда встречаю я тебя. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. И снова к рукам, ох, голова. Когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Валеночка, спасибо. Ну что, девочки, идите сюда. Вам подарки вручаем. Да. И мухобойка тот. И вкусности для ваших зятьев, вернее, родственничков. Спасибо, мои милые. О, Вань, видишь, и заловки есть, ничего, так. Ну ладно. Поехали дальше. Как у наших воротов на выху широкий. Ох, лёли-лёли, лёли-лёли, лёли, у на выху широкий стояла Феодора. Ох, лёли-лёли. Аллилуйя, 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 аллилуй
Крещённое воскресенье! Это последнее испытание. Замечательно. Надо попросить у друг друга прощения, в грехах покаяться. Ай, да это легко, быстро управимся, да? Вы же попросили друг у друга прощения, а? Видишь, не все сознались еще в своих грехах. А какие грехи-то у нас? Какие, Господи? Ой, какие у нас грехи есть, а? Первый-то какой у нас? Обжорство-то, чревоугодие. О, и гнев тоже. Кто у нас гневится? Поднимите руку. Ого. Олень, у кого есть такой грешок? О, маслинку вперед выдвигайте. Давайте ставим туда олень до чревоугодия. А кто у нас от этого греха страдает? Поднимите руки. О, нет у нас таковых. Нет таких. Ну ладно, хоть так. Так. От зависти кто страдает? Поднимите руки. И что, завистливых тоже нет? Ну уж покайтесь в грехах. Не признаются. Какие? Вот, а ты говорил легко. А кто от гордыни страдает, ну? О, я смотрю, сознались. От обжорства. О, да я смотрю, наши чернушане одни обжоры собрались. Все любят покушать. А жадничает у нас кто? Бывает. Что уж греха таить. Ну, давайте попросим друг друга прощения. Простите вы меня, люди добрые. И меня простите. Всех нас простите. Ну что? Вот, кажется, 7 испытаний прошли. Солнце светит еще ярче. Теплее стало. Кажется, весна-то уже где-то на подходе. Уж точно. Мы же не думали, что, пройдя все испытания, опять она. Я так просто верну вам весну. Марина, весну нам возвращай. Слышите, мы все 7 испытаний прошли хорошо, а значит весна наша, а значит мы ее уже вернули! Значит, Масленка-то наша все время с нами была. Да-да, нужно было только немного приглядеться. Что и сделали жители нашего города. Все вместе мы искали весну, да и нашли. Спасибо вам, чернушане, за помощь. Вы сегодня очень потрудились. Поэтому, думаю, стоит наградить вас хорошими подарками. Так ведь? Так ведь. А сейчас мы наградим тех, кто участвовал в дресс-коде. Шуточный дресс-код не всё коту масленица. Выходите те, кто у нас сегодня пришел в нарядах на масленицу. Я знаю, что у нас за кулисами несколько человек есть. Чтобы тебя все увидели. Выходи сюда, смотрите, какая красавица. Что у нас только одна? Участница конкурса. Какая прекрасная у нас участница. Какой Боже, какая нарядная. Тебя как звать-то? Карина. Как?
Витаина. Витаина? Витамина. У нас масленичная витаминка или блиночек? Витаина. Или солнышко? Солнышко! Аплодисменты! Что у нас только одно солнышко есть? Ну что ж, получай подарок! И громкие аплодисменты! По итогам фотоконкурса награждается Светлана Чебуштанова. Есть у нас такая здесь? Фотоконкурс у нас прошел «Поймай весну». Так. Чердакова, прошу прощения! Аплодисменты! Ну что ж, мы поздравляем вас, Светлана, с заслуженной наградой и вручаем вам билет на концерт замечательной певицы Варвары! Аплодисменты Светлане! Это еще не все, позвольте мне сказать о спонсорах немного. Итак, одним из спонсоров у нас сегодня является компания «Росгосстрах». 98 лет на рынке, самый узнаваемый бренд в стране. Компания «Росгосстрах» с года в год сохраняет лидирующие позиции среди крупнейших российских страховых фирм. Аплодисменты компании «Росгосстрах». Ну и еще у нас одним из спонсоров является компания «Страна Пекарня». Девки пляшут, лишь чепуха, каблучок точеный, разговор ученый. Чебатуха, чебатуха, девки пляшут, лишь чепуха, каблучок точеный, разговор ученый. Еще разочек! Гори, гори, ясно! Чтобы не погасло! Не слышу!
Еще раз поздравляем вас с наступившей долгожданной весной. Именно весной пробуждаются все самые светлые и добрые чувства, которыми так хочется поделиться с окружающими. Наши артисты с нетерпением ждут возможности подарить вам массу приятных впечатлений и эмоций. Ведь на дворе весна. А наша весна еще и музыкальная, поэтому мы дарим вам веселую песню в исполнении Полины Еремеевой.
Раскатились бабы туды-сюды, собирали их солдат молоды. Они набрали пух да мешок, наварили чугун да горшок, накормили кашироту солдат. Поглядели, а бабов-то не хватает. Тут солдаты догадались, за Маланью принимались. Довела ты нас, Маланья, до беды, да ты рассыпала казённые бобы. А тут Маланья расходилась, раскуражилась. Вы солдатушки, солдат молоды, у вас нету ни усов, ни бороды. Не доволь меня бабами корить, чтоб кормить горе, да спрашивайте. А и где что-то видит вода, а и где что-то слыхи вода, что без бедер можно по воду ходить, и что можно молоду вдову судить. Я попробую румянистую, перед смешницей упадистую. Тупки белые, словно бусинки, колосочек, словно гусинки. Чёчки сдобные по пушечке, а и брови, будто душечки. Рассыпала Маланья бабы, раскатились бабы тут и сюды, раскатились бабы тут и сюды. Эх-та! Раскатились бабы тут и сюды, раскатились бабы тут и сюды, раскатились бабы. Я несла, да поставила, виноград ружка я оставила. Не взяла с собой коромысла я, виноградюк я замыслила. Кара-кара-кара-кара-кара-мыслица, виноградюк я замыслила. Кара-мыслица, виноградюк я замыслила. По какому вдруг это поводу, мы не ходим друг вместе по воду. За водою лень ни одной ходить, без тебя и день тяжело прожить. Кара-кара-кара-кара-кара мыслится, видно зря любовь я замыслила. Кара мыслится, видно зря любовь я замыслила. А как завтра я пойду с водой, заманю дружка, уведу с собой, напою родной той водицею, под судебной не годится мне. Кара-кара-кара-кара-кара мыслится, виноград любовь я замыслила.